Вот это автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и других операций, обычно выполняемых человеком. Использование роботов позволяет облегчить человеческий труд. Робот может выглядеть как угодно. В настоящее время в промышленном производстве широко применяются различные роботы, внешний вид которых далек от человеческого. Робот может управляться оператором, либо работать по заранее составленной программе. Робот на связи с通常人間が行う行動に使用される自動装置です。ロボットの使用は人間の労働を軽減することができます。ロボットは何のように見えるかもしれません。現在では工業生産は遠い人間から見て広く使用される様々なロボットです。ロボットがオペレーターによって制御することができ、または規制のプログラムで動作するように。